Всем добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Татьяна. Сегодня у нас 21 мая. Погода резко испортилась. Было очень жарко, до 30 градусов. Сегодня ветер холодный, дождь. Вот, вышла я уже тепло одетая. Немножко показать вам, что же у нас за эти дни выросло на нашем огороде. И вот сейчас я вам покажу, чем же нас радует мой дачный участок. Во-первых, любуюсь цветением яблонь. Вот эта вот яблоня у нас очень старая, осталась от прежних хозяев. В этом году она покрыта вся цветами. Надеюсь, что даст урожай. В прошлом году, видимо, отдыхала. Было всего несколько яблок. Это яблоня. Яблоки свои сбрасывает. Ну, яблоки неплохие. Мы из них уже варили варенье. Так что надеюсь, что эта яблоня нас порадует своим урожаем в этом году. А также, вот посмотрите, любуемся мы этим дождем. Из лепестков яблонь осыпаются уже цветочки. И любуемся последним цветением тюльпанов. В этом году тюльпаны у нас были крупные. Я даже не ожидала, что они так порадуют нас своим цветением. Радует в этом году хосты. Смотрите, у меня 4 вида. Хост вот такие, смотрите, красавицы начинают разрастаться. Стояла теплая погода, сейчас дожди, для них очень благоприятно. А вот еще покажу одну, четвертую. А в этом году купила еще голубую хост. Вот она, видите, тоже начала давать свои первые листочки. В этом году надеемся уже съесть больше яблок, чем в прошлом году с нашей яблони. Это грушовка. В прошлом году оставляли мы, она первый раз давала у нас урожай, 2 яблока всего. В этом году что-то она решила нас не слишком порадовать. Видите, так что надеемся, хоть несколько яблочек на ней будут. А вот вторая яблоня была посажена в прошлом году у нас. Это у нас яблонька ветеран. Вот. В этом году себя хорошо она проявила, перезимовала хорошо. Но все-таки она всего у нас второй год, поэтому от нее урожая мы особого не ждем. Так, вот это 2 яблони у нас остались от прежних хозяев. В прошлом году было на каждой всего по одному яблоку, по 2. В этом году цветут одна особенно яблоня очень хорошо. Надеюсь, что попробуем наконец-то яблоки с этих яблонь. Ну, на этом, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам хорошего урожая яблок, раз про яблони в этот раз я рассказывала. Приходите ко мне в гости на канал, ставьте лайки. А вам всего хорошего!